Всем любителям покупок привет! С вами Жанна из Германии, Жанна Гельтнумера. Показываю вам такие небольшие покупочки, сделанные в Текимекс. Сейчас там скидки на летние вещи. Ну, кое-что так есть скидки, конечно, не сравнить с зимними, но все равно. Давайте начнем с карго. Сделаю я видео, увидите, возможно, меня. Читала я очень много об этой косметике, Cargo Cosmetics. Даже мне сделали комплимент, сказали, хорошо выглядишь, да. Посмотреть предыдущее видео от Cargo Cosmetics была палетка. Реально классный, прекрасный бронзер и румяна. Ну, в общем, я в восторге была от бронзера, потому что реально он как-то сглаживает морщины. Потом я начиталась того, что вот этот продукт, это у нас идет консилер. И он супер классный, хочу вам сказать. За такую цену стоил он примерно 4 евро в Текимекс. Так, по-моему, на их сайте стоит 21 доллар, что-то в пределах этого. Продукт классный. Да и рекомендс, девушка тоже была в восторге. И я тут уже, видите, попробовала, чтобы сказать вам свое мнение. Да, он классный. Если он будет Текимекс, я его еще куплю. Здесь вот такая вот кисточка. Но она такая бестолковая. Я такой, наверное, кисточку буду лучше губы красить. Вот. Консилер классный. Перевод, что в составе этого консилера, я скину в инфобоксе внизу, посмотрите. Он не подчеркивает морщины. Возможно, я сделаю видео мои консилеры. Я говорила, от Карита прекрасный консилер. Да, но он стоит, конечно, дорого. Этот не подчеркивает морщины, ухаживает за кожей. Знаете, даже никакой сухости вокруг глаз. В общем, если увидите в Текимекс или где-то по небольшой цене, возьмите и не пожалеете. А это пудра. Такая вот пудра. Она такая... Это такой жирный консилер. Не буду рассказывать, что там присутствует. Внизу почитаете в инфобоксе. Так что Cargo. Я думала, что у них есть прекрасная какая-то пудра. Я думала, что пудра будет в Текимекс. Нет. Там остались эти палетки, которые я купила. Лимитированная коллекция. В общем, посмотрите видео. Скину я видео, увидите эту палетку. Она еще есть, за 3 евро скинули. Все, больше там ничего нет. Текимекс Дортмунд уже практически ничего нет. Потом я купила, значит, вот такую свечечку за 70 центов. Прекрасный запах, вот так закрывается. Ну, была бы какая-то побольше цена, не знаю, отодрала цену. Это я же по полной цене покупала, что-то там 6 евро. Сандал и бергамот. И, значит, масло, как его, воск, написано воск овощной, ну, vegetable. Хочу это отодрать. Зачем мне тут эта цена, все не могу отодрать. Но я его, видите, уже зажигала, приятный, прекрасный запах. Видите, такая вот деревянная штучка закрывается. Люблю свечки. Сделан в Испании. Потом переходим к чему? К волосам. Такую вот расческу купила в Текимекс. Она вообще, кстати, на сайте очень дорого. На сайте Tech. Она очень дорогая. Это handmade. Сделана вручную. В Италии, видите, цена 10. Да, вот она за 24 продается на их сайте. Это значит за 10. С дикого кабана. И такую расческу можно расчесывать влажные волосы. Она такого старинного типа, видите, как в старину расчесывали. Я вечером расчесываю волосы и с утра. Мне нравится. У меня есть из натуральной щетины брашинг. Я его показывала в своем видео о расческах. Он классный. Вот такой вот. Это можем просто брать с собой в отпуск. Вот. Потом, значит... Вот такие очки я купила, видите, я там отражаю зеркальные очки.
Смотрите, Марк и Джейкобс, конечно, они не поляризируют, но все равно цена вот такая. Я их видела за 96 продают еще их. Они классно выглядят, как-нибудь один увидеть. Что еще? Что еще? Купила, значит, вот такой вот. Смотрите, ну про очки поподробнее, видите? У них такая вот форма. Красивая. Долго выбирала, в общем. Потом купила вот такой вот Notice за 1 евро. Это настоящая кожа, сделана в Италии. Классно, да? Ой, стол трясется. Так, купила такую кучу носков. Обращайте внимание, там продают, значит, со скидками. 1 евро стоило вот 3, вся 3, эта поклажа была 3 евро. А, по-моему, сделана она бамбук, по-моему, бамбук. Классно, вот здесь вот эти резинки, они не жмут ногу. Вот, чистые носки. Не носила еще. Потом купила такой прекрасный от Хуба. Обожаю эту марку. Ну, тут пишут, видите, цена примерно такая. У них она продавалась за 3 евро. Скинули до 3 евро. Всем пока.